Губернатор Московской области сообщил о подготовке региона к волне нового штамма коронавируса «Омикрон». Андрей Воробьев уточнил, что по информации медиков, этот вирус переносится больными легче. Тем не менее, в Подмосковье активизируется подготовка коек, кислорода и необходимых медикаментов и мобилизация врачей. Мощность временного госпиталя в парке «Патриот» увеличена до 800 коек, то есть практически вдвое. Губернатор отметил, что такую работу сейчас ведут все звенья системы здравоохранения.